Нашел, ребята, еще одно местечко. Здесь заваленное дерево, сделали так называемую лавочку. Вот, я только туда, значит, залазил, смотрел, глубина довольно-таки нормально, довольно-таки глубоко. Вот, попробуем порыбачить здесь. Здесь тоже красиво. Людей намного меньше, чем в другом облюбованном, так сказать, ставочке. Но здесь тоже много рыбы. Попробуем. Попробуем вечерком, сходим на пару часиков. Посмотрим за поплавком, понаблюдаем. Может, что-то и поймаем. Здесь тихо тоже, спокойно. Свежо так, воздух чистый. Людей практически нет. Ни левее там я проезжал, ни правее. Вот, в общем, хорошего всем дня, хорошего настроения, бодрости духа. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Спасибо вам за внимание.